Запорожье – 21-й город, в котором реализована реформа полиции. В субботу приняли присягу на верность Родине сотрудники новой полиции Запорожья. Мероприятие состоялось в Святая Святых нашего города на острове Хортица. Штат полицейских в Запорожье рассчитан на 800 человек. Присягу на верность Украине принимают 509 полицейских. Из них 105 человек – девушки. Все полицейские прошли двухмесячный интенсивный курс обучения. Отобраны были только лучшие. Однако донабор в полицию будет продолжаться. Мы приняли решение включить в состав нового патруля два патрульных подразделения в Бердянске и Мелитополе. В ближайшее время мы откроем набор дополнительный. Как в Запорожскую патрульную полицию, так и в соответствующую патрульную полицию Бердянска и Мелитополя. Призываю молодежь, готовьтесь, приходите, мы будем вам рады. Все пройшли досить складні випробовування, етапи відбору, етапи навчання. Ми проводили додаткові навчання як з адмінпрактики, так і тактичні навчання, так і трохи прогнали людей на службових автомобілях. Також трохи будемо поступово вдосконалювати їх навички, тому що навчання у них насправді тільки починається. Головне не мішати, головне допомагати їх підтримати трудну хвилину. Вони можуть помилятися. Но кто они учатся на ошибках? Мы все должны понимать, ребята молодые, ребята пришли что-то менять. Многие из них ушли с работы старой, высокооплачиваемой работы. Кто-то приехал за границей, чтобы прийти работать и служить вам. Ежедневно на улицах Запорожья будут нести службу от 50 до 60 патрулей. Инспекторы верят в лучшее и ждут от своей работы насыщенности. Так как это новая реформа, это наше будущее, хочется верить, что все у нас получится. Мы прошли путь обучения. И теперь мы будем делать все возможное для того, чтобы не подвести нашу страну. Работала я в магазине бытовой химии. Много у нас очень было краж. Это мне порядком поднадоело. Я услышала о нашей реформе, о новой полиции. К нам очень большой процент доверия. Решила пойти попробовать поменять наш город, нашу страну. Я работал преподавателем 7 лет и хотелось более активной работы, потому что я по своей сути активный человек. И мне показалось, что работа патрульных будет достаточно активной. И поэтому пришел сюда, прошел первый отбор и так далее, все отборы, 2 месяца обучения. И вот присяга, самый лучший момент жизни. До цього я працював в внутрішньоекономічній діяльності, займався. Прийняв це рішення ще в тому році. Спочатку, коли я вибрав цю професію, з економікою зв'язану, спочатку подобалося, потім, знаєте, після цього вже надоїло. Ця рутинна робота в офісі, і вона теж витомлює. Захотілося якісь активності. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, уровень доверия граждан к новым полицейским очень высокий. Руководство МВД надеется, что со временем этот уровень будет только повышаться.